Все началось в декабре прошлого года, когда я поехал домой в Ташкент. Хотел там купить кольцо и, соответственно, подготовиться к самому процессу предложения. По приезду уже в январе месяце я начал думать, как это сделать. И в итоге пришла идея сделать 8 марта 2020 года. Это буквально 3 дня после дня рождения. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer. Ну, тоже я не ожидала. Мне Бурам сказал, что мы едем на фотосессию, посвященную моему дню рождения. Я не могу без тебя жить. Ты мое самое большое счастье в этой жизни. Я тебя очень сильно люблю. И... Ты увидишь меня? Да. Ну да. Да, громче, да, да. Tell all of these boys that wasting their time. Stop standing in line. Она замечательный человек, она очень сильно изменила мою жизнь. Она внесла огромное количество ярких красок в эту жизнь, поменяла многие мои взгляды на разные события и поменяла меня как человека в лучшую сторону. Поэтому я ее очень сильно ценю, очень сильно люблю. Она очень яркий, очень добрый, очень открытый, очень позитивный и невероятно скромный человек. Такое ощущение аффекта, шока, поэтому сложно описать эмоции. Я почему-то думала, что будет очень сентиментальный момент, что я буду плакать, но в тот момент, когда это случилось, я почему-то была в шоке и не смогла отреагировать и показать то, что на самом деле я чувствую сейчас. But you and I. Я сейчас даже ничего не понимаю. Пардон. Что? Я еще раз не поняла, что во сне. Что? Что? Ты сама зашла? Я ничего не поняла. Ну вот. Какой сюрприз.